おはようございます。はじめまして。私はジェクです。私はロシア人です。私はモスクワに住んでいます。どうぞよろしく。これは、小栗旬です。小栗さんはロシア人じゃありません。小栗さんは日本の俳優です。И теперь все это по-русски. Доброе утро. Позвольте представиться. Меня зовут Джеки. Я из Москвы. И я изучаю, начинаю изучать японский на серии вебинаров Светланы Бычковой «Открой окно Япония». На этой неделе прошел первый вебинар, на котором Светлана рассказала нам о том, как можно представить себя и других людей на японском языке. Это очень просто. О том, как рассказать из какой ты страны, какой ты национальности и откуда ты приехал, если ты находишься в другом городе. Также можно рассказать про то, какая у тебя профессия, или чем ты занимаешься, или же чем ты не занимаешься. Все это очень просто, хотя японский язык нелегкий, но нам, тем, кто знает русский язык, второй или даже первый, наравне с китайским по сложности, как-то должно быть гораздо проще, чем многим другим людям, говорящим на других языках. Очень здорово было то, что на вебинаре принимали участие люди не только из России, из других городов России, но и из других стран даже. И все большие молодцы, все так хорошо участвовали. Я уже видел видео, которые выкладывали, и домашние задания. У всех отлично получается. Все очень здорово. Мне приятно быть в такой компании. И я надеюсь, что остальные три вебинара из серии пройдут не менее интересно и познавательно, чем первый. В общем, еще раз о себе на японском и всего хорошего. Охайо гозаймас. Хаджимаште. Ваташи ва джеку дес. Ваташи ва роши один дес. Москва не сундаймас. Дозайрышка. И всем участникам вебинара камбаримас!